Всем привет, дорогие друзья! С всем вами привет. Сегодня, как всегда, Кофи, Фреш, Антифа и Пашка Лыц, наш подписчик. Пашка, сегодня мы играем в GTA 5 онлайн. Меня здесь нет. Андрей успешным образом вылетел просто из GTA. Андрей просто пикдрюк. Да, его просто выгнали, понимаете, вот так вот. Карты нет, ничего страшного, едьте. Да, блять, Паша, ты что, дура? Там просто все разлетелись, Паш, я походу на тебя приземлюсь, да? Ай, блядь! Это было очень близко, Паш, тебе просто так крупно повезло сейчас. Я знаю, Олег, я очень везучий. Я очень часто в себя верю, но что-то разное. Может, отжаться, пока пойти? Да, давай, проведи время с боем. А давай, чтобы мы слышали, пожалуйста, а то вот это, мне кажется, что ты будешь обманывать. Сделай там еще сальто, да, вот это. Слушай, а мы типа по цветочкам, прыгаем, мы типа по лицу собираем, как пчелу. Так, значит, сейчас я сделаю. Давай, Андрей, давай. Блять. Знаешь, нажимай, что-то это как. Ой, бля. Ай-яй, блин, упал, да что ж такое-то? Давай, так, ладно, а подожди, ай, да нет, ну только не с этого цветочка, пожалуйста. Рот так, ладно, давай, сейчас, блин, я еду 10-й, но как так можно было просто, ну... Олег, нахуяно, спасибо большое. Чего, это, знаешь, не повезло просто, понимаешь, такой сильный обстоятельств. Слабый лох. Так, а, подожди, у нас что ли два круга здесь или что? Ай, блин, да что ж вы тут чекпоинты так расставили-то, а? Так, ну, ребят, первая гонка у нас разминочная, сами понимаете, как бы, да? И Андрей там, смотрите, пацаны, потеет. Ну, прям во все тяжкие пошел, прям, смотрите, молодец. Спортом, ребят, никогда не поздно заняться, видите? Поздно. Андрей показывает вам самый яркий пример. 23 еще, блин, дурак. Давай, Андрей, давай. 23 это уже все, это уже клиника. Это приговор, сука. Давай, Андрей, да там занимайся дальше, как бы, понимаешь, мы пока там погоняем. Давай, дети молодец. Молодец. Пацаны, а как мне вас вообще догнать? Да вырубите Диму, сука. Блин, тут снежок на самом деле реально как бы. Заносит. Машина скользит. Приглашайте в сессию. Давай. Вырубите нахер. Нет, Диму, ну надо догнать, блядь, хотя бы кого-нибудь еще. Давай. Да, Олег, да зачем тебе догонять кого-то, я понять не могу. Ну в смысле, ну как бы позиция нормальная, это нужна, ты че? Ща. О, спасибо. Все, снег быстренько у нас растаял. Не за что. Кстати, скоро снег. У кого так, снег вообще, на? Кстати, выпадал у кого-нибудь или нет? У вас там в Питере как снег? Да, выпадал. Да, выпадал. У нас просто в Калининграде еще снега не было. И вряд ли появится. Да не будет его никогда. Понятно, братишка уже финишировался. Братишка. Давай, рефер еще обгоню, давай. Да никого-то не обгонишь. Да приглашайте меня, Олег. Да сейчас пригласим, погоди, у нас тут гонка как-никак. Олег, выигрывай, я карту пока врубаю, а то у меня вырублено видео. Ну все, ну я пятый хотя бы приехал, нормально. Так, пацаны, мы берем свои суперкары, ну вы там стоите? Опа, а это походу гоночка NASCAR или что? Господи, блядь, так отстойно продолжить можно только Максим. Подожди, что у нас здесь такое, что за трасса такая? Это NASCAR? Не, это на NASCAR не похоже, так. Блядь, дебил, Максим, ты мог колеса нормальные поставить на машину? Чего? А чего у него? Смотри на его колеса, такой идеальный. Роудный, да. Ну я понял, не, ну в принципе на Макларене эти колеса, как бы, знаете, смотрятся как бы идеально. Так, куда поехали, стоять! Ты знаешь, для чего это делается? Чтобы в Уралях она стояла лучше. Что за, блядь, детский сад? Я уже, кстати, сколько лет играю в GTA, я до сих пор не знаю, работает это... Так, Андрей, стой! Стой! Андрюша, постой! Куда вы поехали? А что ты виляешь, пакетик не даешь мне свой, да? Засранец ты такой. Заслужил его, ты заслужил. Не понял. А его что, заслуживать нужно, что ли? Оружие, фейерверки. Давай. Вот женщина легкого поведения. Так, нужен пакетик, спасибо, вот. Хорошо. Так, да кто-то, кстати, ко мне... Давай! Ой, 7 кругов у нас! Да чё вы тут? Бля, я сейчас развернусь, но. Нет, так, пацаны. Это чё было? Это что за фейерверки, пацаны? Это Максим стреляет, скажи ему. Есть пробить! Макс, ты попал по кому-то. Вот, ты долбоёб! Вот так вот стремительно. Короче, я пиздец. Меня самого развернуло. Чего, Андрей, ты там делаешь? Я самого меня развернуло. Я поехал навстречу. Нет, только не это, пожалуйста, Андрей. Он меня развернул, Максим. Так и чё ж ты развернул? Не сдавайся, Андрей, едь до конца. Всё. Так, Серёга. Не буду я, блядь, назад. Да чё там взрывается такое-то, а? Что за гонка просто? Моя, что происходит? Не похуй, куда тебе. Давай, Серёга. Так, ну куда вы едете? Здорово, пацаны. Пакетики. О, привет, Андрей. Ты куда там собрался, Андрюх? Андрюх, привет. Блять, кого сбить нахуй? Нет!
тебя скинули? Нет, стой, это была случайность, это была ошибка, это была большая-большая ошибка, я немного неправильно просто шел по. Олег, у тебя синяя машина, да? Да, синего цвета, а зачем тебе? Тебя трогать не буду, ладно. Да ладно, можешь. У меня фиолетовый, слушай. Да тебя все равно не получится, Андрей, задеть меня, ты че? Алло, я вижу, смотри. Молотов, бля, привет, нахуй. А че у меня тачка горит, алло? Это Максим тебя поджигает. Чего я не поджигаю? Все нормально. Что быстрее, машины или фейерверки? Давай, я быстрее. Фейерверк быстрее. Не-не-не-не-не-не. Давай, нужен пакетик. Олег, вот, нужен... Олег, вот за это скажи спасибо Максиму. За что? О. За то, что я развернулся и всех сбиваю. Не надо, а за... я не буду говорить за это спасибо. Он меня развернул. Ты что, Серега там разлетался, а? Так, Макс, давай не. Здорово, будем, пацаны. Давай не будем, давай лучше... Блядь. Это было... Олег, Андрей, все, не получилось. А я желтенького поймал одного, бля, последнего. Да у меня машина горит, сну! Тушите пожар! Ой, как хорошо! Давай. Бля. Макс! Нафиг меня-то ранишь! Да ты меня сам-то ранишь! Ты ко мне прислонился, слышишь? Так, давай. Ах ты какой, это автоподстава была, да, Дагай? Максим, ебучий, я уже еду. Макс, я сейчас такую автоподставу тебе сделал. Да ты не делаешь. А, болтов, сука, сбил тебя, что ли? Полетел. Нет? Нет, ты не сбил никого, Андрей. Андрюха, это я. Здорово, Паш! Ну давай, Макс, ну просто... Приземная сила, оба. Паша такой, здорово! Макс, что это такое? Макс, что это за вырубать, слышишь? Это крыса читерская, сука. Просто я его развернул, он взял и начал просто по казам давай там, а? Конечно, я же знаю. На пусте своем там долетел. Я ж тебя отомстить могу, Олег. А вот по-честному свободу отомстить... Да ладно, я с Андрюшей буду играться. Ну, а что происходит? Давай, Олег, видишь, я его обогнал, видишь, я царь. Да, спасибо. Только вот мне... Почему я еду пятый? Ай, блядь. Кто? А, я понял. Кто на первом месте-то? А, Сережа, ну тогда все понятно. Тогда все вдвойне понятно. Я же его сбивал, почему так? Так, пакетики. Мне нужны ваши пакетики. Молодой человек, пожалуйста, прислонитесь к обочине. Так, отлично. Лучше помоги мне Олега остановить. Нет, а, Андрей, Олега, да давай. У тебя не получится, все равно ты чё? Понятно, блядь. Вон он синенький. Ай! Да блин, вас двое было, меня вообще подрезали! Меня развернуло, давай, я тебе помогу, давай, сейчас тебе пакет дам. Давай. Олег, давай напрямик выйдем, я сейчас тебя толкну. Да не надо. Давай, Олег, да не надо. Да не надо. Все, руль ровно держи. Держу ровно, давай, готовлюсь. Нет! Нормально! Стой, нормально. Сэвис, брат. Бери мой пакет, дурак. Да какой меня... пакет, это же давай, ничего не помогло. Макс, давай. Да куда ты, блин? А, чё за гонка, ребята? Так, просто что ровно держи, гонка? Ровно держи. Да держу ровно, давай. Да это все равно не получается. Ну, блин. На каком ты месте, Олег? Да на пятом я еду месте. Надо, короче, сейчас я разворачиваю рефьюра, давай, догоняй. Вот это тактика, ребята. Вот это слаженная работа. Я Пашу не пускаю. Рефьюр был развернут, давай, Олег, четвертое место. Да Паша все равно не обгонит, тут уже все. Тут... А, подожди, еще. А, это еще круг! Я не взял чекпоинт, блядь. Красава. Помоги Максиму, я рефьюр разверну, я время у него отнял там немного, давай. Да ладно, нормально все, нормально. Сейчас рефьюр обгоню. Еще обгонишь на четвертое место, выйдешь. Сейчас обгоню, отвечаю. Кого обрезаться? Да никого. Срезаю. Нормально, ты срезал, Макс. Там рефьюр написал, я тебя выем. Бери пакетик. Давай, беру. Сейчас разверну. Ой, хорошо, да не надо, да зачем? Да зачем? Так, Олег, сейчас я вот этого. Сейчас, Олег, я вот этого поймаю, вот это вот. Олег, это 3-2-2. Паша, долбоёб, блядь. Олег, это 3-2-2 было. Что просто происходит в этой гонке, ребят? Мы, Олег, в принципе, выбили позицию нормальную, все нормально. Олег, твоя команда с тобой, скажи спасибо. Спасибо, пацаны, спасибо. Ребят, заранее в комментах извиняюсь там как бы, да? Это что за уродская машина? Это вообще, бля, опять режим бесконтактный, господи. Ё-моё, пацаны, ну это сделано, понимаете, в целях нашей же безопасности. Потому что, не, ну просто, понимаете, это... Ты шапку не имеешь права. Это тяжёлая гонка. Первое лицо. Уберите первое лицо. Первое лицо, а чё, у всех, да, я не включал... Кто это врубил? Слушайте, парни, а это будет тяжелая гонка. Это будет очень тяжелая гонка, поэтому... А чё, давайте попробуем, реально такого давно не было. А ты проходи, мучайся. Я даже заехать не могу на Волрайд. Офигеть просто, ребята. Вот это вот, понимаете, проблема первого лица. Так, ладно, надо просто. Настройте читами третье лицо. Да это... Как? Я даже заехать на Волрайд не могу, чего? Там Unreal, там два Волрайда вот таких. О,
Опа! Блин, я только один раз получил заехать сразу. Олег, там двойной волрайд, ты хрен пройдешь там. Да вон Рашин финишировал уже! Олег, понимаешь, что тебя все вот, блядь, тильтуют. А, Макс финишировал, круто. Так. Так, поехали. 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 Там не мог это пройти. Давай, 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 давай. О, как это тяжело! Ай, смотри, на ровно наблюдаю. Давай, 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 давай. Да! Проехал, пацаны! Я это сделал! Отлично, ребята, но за это надо лайкусик, понимаете, влепить. Прям такой смачненький. Так, Сережа, здравствуйте. Всем пока. Вот так, о, хорошо, нормально вырулили. Так, все, замечательно. Так, так, а здесь, подожди, здесь второго круга не будешь, да? Отлично, вот уже финиш появился. Не, ну тут типа просто надо проехать этот был элемент, то есть это было самое главное и самое тяжелое просто, понимаете, что... Алло, что происходит? Это не кукарекай там. Да подожди, я просто еду, у меня машина полетела в воздух, это вообще нормально, нет? Так, Паша, ты что не финишировал? Ах ты, Сережа, засранец. Значит так, подписчики, я всем это самое доброго времени суток. Мы уже здоровались, вообще-то, алло! А, чё, кого, бро? Да все, поехали. Нормально. Так, ладно, новая гоночка. Да снова, что ли? А, не, вот. Все, нормально, нормально, нормально. Пока, пацаны, пока. Давайте, до свидания. Так, ну, а как их можно было с Андреем? Так, ладно, я поехал. Все, давайте, ребята, там, держитесь. Серегу развернул. Там все вам хорошего, там, давайте. Здорово, бро. Нет, сейчас просто первый поворот и ГГ. О, спасибо. Олег, я же говорил, что первый поворот и все, и ГБ... Это... А, Олег, Серега, Олег, читер. Нет, Серега, Олег, я нет, все Олег, видел. Нет. Олег, нет. Олег, нет. Олег, зачем? Олег, я знаю, где ты живешь. Я тоже знаю, где ты живешь. Невский не буду рассказывать. Невский проспект. Блин, вырезать придется. Блин, как плохо будет. А вот теперь тоже иди ты на... Ай, что произошло? Бля, идиоты, блядь. Так, вот здесь поаккуратнее надо... Перевернет? Хорошо! Плавненько, как залетело-то, а! Кому? Так, так. Тихо, 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 не падай, не падай, не падай. Вот. Будет вырезать, Олег. Так. Шпай. И кого? Адрес? Адрес я вырежу, конечно. Так, и... Я тебя вы. Ой, как плавно машина приземляется, парни. Ну здесь все прям идеально рассчитано. Так, а я... почему я, кстати, еду первый? Вот это очень странно. Можно исправить явление вообще, как бы понимаете. Можно исправить, я могу тебя взорвать. А, да не взорвете вы, пацаны. Макс, взорви его тогда. Как вы это сделаете? Не, не буду, Андрей, я лучше тебя взорву. Подожди, а что там, 4 чекпоинта? Подожди, это такая гоночка типа коротенькая будет. Ну он, да он верит, он просто боится. Во что верю, подожди, не понял. Кстати, я могу взорваться. Не верю. Ты можешь взорваться, точнее. Нет. Уверен, Олег? Да, ты же понимаешь, что будет бум сейчас. Ну... Извинись. Подожди, стой. Бум через сколько будет? Он тянет время, взрываем, он почти финиш. Короче, все. На, крыса! А что это у нас снова бесконтактный режим? Олег, зачем ты просил такой режим? Я не просил, я никогда не прошу об этом, алло. Андрей, вот подтверди, Паша, что Олег просил неконтактный. Олег, все, давай. Вы что, офигели, а? Вот, Олег. Я не понял, сейчас одному второму леща, как пробежу бы, Рига. Да что ты считаешь? Так, пацаны, не было такого. Ну вот поклянитесь, поклянитесь, вот поклянитесь, что я говорил такое. Да, ты говорил. А я не религиозный человек, не, ну я так говорил. Мне терять нечего, поэтому я все равно ничего не буду говорить. Терять нечего. А, канал, я не знаю там. А ничего, что я третий еду на такой машине, нормально, нет? Ну канал не вещь. На такой машине третьим еду, нормально, нет? Какая хуже. Ой, блин. What the fuck? Идиот! Успел! Сука! Успел! Успел перестроиться! Трасса полная Г, потому что на ней упал, блядь. Такое, блядь. Я. Давай. И чё? Заткнись, куда? Паша, неинтересно твоё я, ты не дорос ещё, да я ёпт. Так, а да, куда ехать? Я правильно всё делаю, нет? По-моему, наверное, надеюсь, да? Ай, как я так высоко взлетел, сука, а? Не, у меня машинка не... Не! Блин, ну всё так красиво делал, и в итоге вот так вот, да? Да, Олег упал, да, наконец-то. Вот и всё. Так, подожди, а здесь... А, ну тогда... Так, взял чекпоинт? Да, взял, отлично. Взялся, ходи. Давай, вот так вот. Так, а сколько чекпоинтов? 14 чекпоинтов на черном. Ладно, в принципе, еще возможно есть шанс догнать, хотя вряд ли. Да, Олег, уже не думаю. Да, ну посмотрим, посмотрим. Я пятый, не сдаюсь. Олег, ты какой? Я третий еду. Я седьмой. Чего? Я а ты на каком месте едешь, слышишь? Я пятый. Ага, пятый он там едет. Слушай, я могу тебя взорвать. А почему показывается, что ты едешь третий? Сразу меняет тему. Взрывай. Взрывать не надо, пацаны, никого. А, сразу. А, чего? А ты извинись. За что? За прошлый гонку. Не буду ничего делать. Не буду Олег, у тебя 6 секунд, чтобы извиниться, раз. Не буду извиняться, за что? Окей, я было понял. Бы за что?
Два кофе. Опция транспорта. Олег, может, тебя взорвешься, реально. Ты дурак, что ли? Не взорвусь. Уверен? Уверен. Олег, ты поспорь с ним, Олег, поспорь с ним, у него не останется выбора. Нет, я не буду спорить, я... Все-таки он блефует, он боится на блефу. Да не блеф... Подожди, что ж ты с машиной будешь делать это такое, а? У тебя там прямая дорога? Ну не совсем прямая дорога, тут толком-то и дороги нету. Ну смотри, ускориться хочешь? Не особо, если честно. А вот сейчас, ну давай, ну ты извинись перед Андреем. Да не буду извиняться, за что? Я не прогнусь, пацаны, не. Понятно, короче. А что понятно, ты, да? Ты не мужчина тогда. Чего? Так, как раз таки наоборот. Голосуем, ускорять Олега или нет? Да, я думаю, что я не гелик. Ну, Олег, извини, я не могу. Если бы сказали нет, я бы, ну, сказал, ну, типа, окей. Ты еще... Три, два... Олег, сгруппируйся, дурак. Ты сгруппировался уже, давай! Два, один! Да быстрее! Нормально. Вторая фаза. Три. Какая вторая фаза? Два. Олег, группируйся. Там двойное ускорение. Какое три, двойное? Два, один, пуск. Куда, полетели? Нет, стой. Получается, Олег, нормально? Ну такое себе, знаешь, Андрей. Нет. А, ну Олег на третьей позиции, надо его скидывать по ходу. Габелла, один. Я четвертый, не понял. Это легко. А, ну понятно. А чё ребята остановились тут? А, это вы? Вы посмотрите, что ли, на меня, что ли, да? Ясно, понятно. Понимаете, я бы сделал то же самое с вами, только вот у меня вот таких программ... Стой! Не понял, откуда? Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот сегодня серия по гоночкам у нас получилась. Я надеюсь, она вам понравилась. И вы, как всегда, влепили лайкусик. Вот, не спойся, глядывайте в описании под этим роликом. Там много чего интересного. Там ссылочки на инстаграмчик, на канал. Все, с вами сегодня были, как всегда, Кофе, Фрэш, Энди Фай, Паш Коэн, Сережа Ботов, наши подписчики. Короче, всем пока-пока. Пока. Всем пока-пока.